Blue di rami la rama, borgheggia il vento, chi la tua richiamo. Blu canari, attendi in vano, che torni al nido, che andò lontano. Ogni fior del mio giardino sullo stelo s'è rechinato ed ascolta intimidito la tua favola corrata. Sopra i rami del gran pino del tuo nido dimenticato, so d'essere disperato, il richiamo era partito. Краткая характеристика мима, клоуна, жонглера, фокусника, иллюзиониста, эксцентрика, циркача, лицедея, шута, скоморуха, фигляра, полишинеля и просто хорошего человека, актера с большой буквы. Родился, учился, женился. Потрясающий дед для своей внучки. А все по привычке зовут его папой. Мужчина уважает, женщины обожают, студенты почитают. Вошел в книгу рекордов Гиннесса как самый заваленный цветами его величества актер. Навеки вошел в историю номером «Голубые канарейки». Я не тот клоун, который... Ну, не рыжий клоун, который получает оплеухи, который других бьет. Я, конечно, далек от этого. Мне больше нравятся более тонкие вещи. Ну вот идешь по улице, вдруг подскакивают люди, говорят... Здравствуйте, вы здесь? Как хорошо, что еще не все уехали. Я еще жил в доме номер один по улице Белинского, а через мост цирк Чинизели. Это о чем-то говорит, что вся жизнь напротив цирка, рядом с цирком. Я последние деньги тратил на книжки по фокусам. Я их покупал, перепродавал, потом опять там закладывал, менялся. Вот. У меня ничего не получалось, но через месяц я уже делал то, чего никто не делал. Для того, чтобы стать лицедеем, это уже давно мы эту формулу вывели, нужно с лицедеями, с театрами пожить не менее 2 лет. Ездить на гастроли, мыть пол, чистить костюмы, все что угодно. Вообще вот появилась идея «Голубых канареек», расскажи. Ну, просто я еще со школьной скамьи увлекался грампластинками, то есть не самими грампластинками, а музыкой, и скупал, как только я увижу где-нибудь в магазине какая-нибудь
необычная пластинка или картинка интересная. Я сильно не разбирался в фамилиях. Но тогда, два года подряд, Доминико Мадуньо становился лауреатом фестиваля Сан-Ремо. И мне попалась болгарская пластинка, на которой, значит, было написано «Матросы, женщины, неприятности», Доминико Мадуньо. Я эту пластинку не прослушивал, я ее купил. И лет через пять, с другой стороны, я крутил все время одну сторону. И лет через пять я перевернул пластинку, а там первая тема была «Голубые канарейки». Ну и вот когда эта музыка играет, я даже не выдумывал, я просто увидел этих клоунов и вот в эти доли секунды, вот там сколько, фонограмма, 2,5 минуты играет, звучит фонограмма. И вот сразу он как бы, этот номер появился сразу вместе с воспроизведением музыки. И все, а уже не с кем было его сделать, потому что кому бы я ни показывал этот номер, мне говорили, а что тут, а чего тут, а что тут надо делать, там ничего не происходит. Пока вот я не встретился с лицедеями, первые исполнители были я, Коля Терентьев и Валера Кефт. Ну, они оказались самыми лучшими, самыми запоминающимися. И вот в тот день, когда пошел этот номер, весь зал вскочил. Это было что-то. Такой визг, такой писк, как будто они этот номер знают 100 лет. Такое происходило просто. Я плакал вообще. Я подошел к зеркалу, посмотрел на себя и сказал, что Городецкий, вы гений. Вот это дословно. Клянусь вам. Я так сказал сам себе. Вот. И я ждал этой гениальности еще несколько лет. Только один вопрос. Вот дайте характеристику Городецкому. Это наш папа. А помимо папы? Вот, что помимо за... папы? Он наша мама. Он наше все вообще, на самом деле. Он просто как бы любимый самый человек в нашем театре. Просто я самый скажи, любимый. Скажи, что он старенький и занудный. Не надо говорить, что он старенький и занудный. Он молодой. Папа, это наша... Вот так. Так что мы очень любим нашего папу. Надеемся, что будем любить всегда. Просто супер легкий человек. С ним можно просто все, не только работать, но и отдыхать. Очень легко и свободно. Человек, который нас всех соединил когда-то показал нам самое главное.
в том, что когда мы вместе находились, он сказал, что говорит, я ваш папа. Лидер? Что и говорить? Но папа – это интеллигентность, это… Не видно, я тебе говорю, будет подсветка. Это последнее… Это человек, который держит вкус, который не дает пуститься нижним вкусом. Он один такой, его невозможно повторить. Он приносил нам с чаем сушки, и мы считали, что… Мы говорим, папа, а почему? Он говорит, потому что дети должны есть чаем сушки. Он же папа по призванию, поэтому все дети – это его страсть, можно сказать. Это явление, это нечто особенного, это же явление. Это явление, как все… Это явление отца народу. Да, отцеявление нашего народа, отец нашего народа, лицедейского. Папа, одно слово, отец. Вот сейчас у нас порода семенников нарождается новая. Это вот наше студенчество поколение. Это внуки. Внуки, да. У них есть такой вот номер, там, знаете, семенюки. Но вот благодаря семени, занесенному лицедейскому, как бы в городе Питер, это один из древних Роберт, таких вот пионеров, апологиатов. Роберт – это один из древнейших семенников. Самый древнейший древо, генеалогическое древо семенников – это вот Роберт Городецкий. Это как бы апологет, как бы цитадель к той вот лицедейской интеллигентной, рациональной единицы зерна театра, ну, лицедейского искусства, эстетики. Ну, а что сказать, явление отца народа, отца явления, там есть всякие явления, так вот это появление. Отца по появлению от комического народа нашей страны, всей России, всей Руси. Яблоко от яблони недалеко падает, а вот оно бешеного, только падает, мы тоже пинаем, но отлетает. У бешеного гуся бешеные шкварки. Для сумасшедшей собаки 200 километров – это не трюк, да. И не крюк. Баба с возу. Для Роберта, а папе легче. Да. А для Роберта Городейского тройное сорта мальтари вокруг земного шара – это не трюк, не крюк. Не пук. Не, да, и ну, не шмяк, брюк. Там. Так что, в общем, все нормально. Папа, он ведь отцов же не убирает, вы же знаете. Ну, мы тоже его не убирали. Просто да. Так получилось. Дилетант, эфирзайн, хелли, аплодисменты. Да, для шоу нас завели республика, Берда, Австрия, Петербург, Царгат, Ленинград, Азуз, Ленинград, все традиции, метание гуд, театральные традиции, штаты, город, одна революция, пятница, революция, метание визита, так сами штаты. Я тут же бритих, бритих, пошел на дождь, какая проблема, фиридан, фирзанный визит, и главы есть, фиридан, хоть программу, но ранее театральная публика, и Москва, а не богема, сливки общества, и гахабы, зири, мензер театра, и хат, сулюки, главы, но родна проблема, зима капут, весна начала. Фиридан, амбиции, украина, погода. Какая проблема, какая игла бы в них шпрехе, а в дождь, да здесь них проблемы, какая проблемы, да здесь хоть есть праздник, да здесь них майный юмор, да здесь нормальный вайзе, в день перстанды, вот это нормальный юмор, вермих, есть вербин, хоть и программа, вот есть игла бы, хоть и хаух, Петербург, Петроград, Ленинград, хат гепард, лицензии, да здесь зарвутые штаты, а он и кальсонок, фергеса мани, кремлик из нерубите, зарвутые китайский фасон, производство, а не 100% катон, зарвутые драйсики, метр байка начесан. И хабы аух айны вредны фир майны фрау, айны шлоны зершоны подарок, аух аус майны гросы патра лицензии майны гросы патра гросы мутр. Он дал мне гефест, габрудер Роберт Городецкий, он зерактер, айны юбилеум, бинты шлоны аплодисменты, фир фюн цу тьяры, аух дэм сцены, бинты майны патра гросы патра. Фириданки, это айны зергуты, майны гросы патра, мит айны зергуты башка, лицензии майны спонсор, башка кредит бак, зергуты айны процессор, 2 тонны мегабайт. Хир, он свай монитор, минус 13 линзы, хир, битый шон, ету зала на арбитр, он из трудопереводчика, глухонемой на русский, глухонемой на глухонемецкий, лицензии айны, свайты программы, русский телевизион, новости. Лицензии от ода арбайте, ест самарад Александр, он цузаман от нейцовы близнецы, а у смайны гросы патр Роберт Городецкий, а у шпилин хир. Вот битый шон ест, но хвен мани играл в гросы франкляции, шон Москва, Санкт-Петербург, а у склеены культурная столица родина на зайне гроса айны. Гросы унтера столица родина цузаман, и глава айны гросы франкляфт, фирной гросы патр Путин и зайне штаты битый шон. Фюрунцеры визиты главы музыра Айны Вирус, а у Санкт-Петербург, на Санкт-Петербург, Ленинград, видишь он здесь, он и политики, клоундес, абер, музыр, крайний штат, культурная столица, родину райны, проблемы, вельхи, унзеры, губернатор, утром Матвиенко, вечер Хамад, утром наоборот. Откуда вообще родился этот образ в цилиндре?
семейных трусах. Ну, это одно, это наслоение такое, одно к одному. Вот эти семейные трусы цветные, это я когда-то репетировал такой номер с платочками. Я во фраке, я, значит, платочек кладу в цилиндр, одеваю и через сюртук вынимаю этот же платочек. Потом я его опять кладу в цилиндр, кладу, опять вынимаю откуда-то из другого места. А потом, когда много кладу платков в цилиндр, и начинаю искать, и никак. Я тогда штаны разрываю, и я в таких цветных трусах. И они как-то вот так мне очень они мне приклеились, прилипки ко мне. Это же все наживается, знаешь, как в квартире, когда живешь, въезжаешь в пустую квартиру, покупаешь стул, покупаешь туалетную бумагу, покупаешь вилки, там, вот оно все начинает, пока самое. Пока ты не чувствуешь, что у тебя много лишних вещей. Но они всегда где-то потом всплывают, потому что это твои вещи. Когда мы работали с партнером, с Юрой Пусаковым, я одел вот фрачный костюм. И так он за мной и остался. Потому что мне нравилось, что вот человек во фраке, как бы такой изысканная одежда, но он все время падает, у него синяк под глазом, у него то все, так сказать. Есть в этом какой-то контраст. Ну и потом, конечно, фильмы Чаплина и Бастера Китона. Вот Бастер Китон, это вот мне очень нравится, очень близко. Тебя лучше в цивильной одежде или тебе вот это ближе? Не, ну когда я эту одежду одеваю, я уже становлюсь тем папой, тем клоуном, который вот... Я даже вот сейчас без грима, так несколько меня это... Как бы, не потому, что я прячусь за гримом, за этой маской, а просто я уже ощущаю себя таким человеком. Для меня ничего не стоит выйти на улицу, ходить по улице, разговаривать с людьми. И, конечно, эта одежда, она нормальная. Нет, можно брюки одеть, любая одежда. Но вот уже вот этот образ, вот этот человек, который вот он живет среди этих людей. Жемани, мне так интересно, я там чувствую. Вот как ты это делаешь, Мани? Это же секрет. Ну, я не буду раскрывать, я просто посмотрю. Это же секрет. Это в каком-то американском фильме есть. Там сидит актер, который крутит монетки, и вот после этого фильма все фокусники России стали крутить монетки. Я бы назвал этот фокус «Копейка рубль бережет». Я бы даже сказал 5 копеек. Рубль перевод. Вот у меня монетка, которая лежит на карте. Вот я переворачиваю карту, достаю монетку, показываю вам, что я делаю какие-то манипуляции с картой и с монетой. И вот во время этих манипуляций у меня неожиданным образом с одной стороны рубль, а с другой стороны 5 копеек. А в руках ничего нет. Я показываю вам так. Я могу достать 5 копеек и положить ее рядом с рублем. Я могу рубль убрать вниз. Я могу 5 копеек оставить здесь. Я могу перевернуть карту. Но все время у меня монетка и рубль рядом. Что такое? А где же монетка? На карте нет, здесь нет, и в руках нет. Так это ж фокус. А с чего все началось? Началось-то все с того, что мой папа, Семен Наумович Городецкий, театральный художник, показал мне первый фокус с веревочкой. Веревочку.
разрезаешь пополам, завязываешь на узелок, дуешь, и она становится целой. Ну, я был маленьким тогда. И всегда, когда к нам домой приходили гости, папа показывал этот фокус, потому что больше других фокусов он не знал. Ну, вот это как-то мне, видимо, запало вместе с молоком матери. Ну, вот так, ближе, дальше я стал увлекаться. Увлекался этим делом. Было много друзей, которые увлекались фокусами. Вот, это интересно, головоломки всякие. А потом как-то ходил в студию циркового искусства, ну и увидел свободную проволоку. Стал учиться на этой проволоке ходить. У меня не получалось, у всех как-то получалось на первый. Вот сразу тут же вот люди встали, вот немножко стоят. Чуть-чуть постояли, еще немножко. А у меня ничего не получалось, но через месяц я уже делал то, чего никто не делал. Ну и, в общем, у меня ушло на освоение свободной проволоки полгода. Ну, это ежедневных занятий и жонглирования, а потом, чтобы сделать номер, еще 3 года. И в 1964 году я стал профессиональным артистом оригинального жанра. То есть взяли на работу в Ленинградскую областную филармонию. Вот. И так и пошло. Дальше больше. В 82-м году должен был быть мимпарад во Дворце молодежи. Я получил официальное приглашение от Славы на этот мимпарад. Но я уезжал на гастроли, и на этот мимпарад я не попал. И когда мы возвратились с Ленинграда, значит, так получилось волею судеб, что я увольнялся из организации, и Слава перехватил мои документы и сказал: нет, ты никуда не увольняешься, я забираю тебя к себе. Потому что я до этого, Слава меня приглашал, но у него все молодые ребята были, молодые девочки, молодые ребята, и я говорил: Слава, я старый для вашей компании. Но уже задолго до того, как я пришел к лицедеям, у меня в кармане за пазухой был номер «Голубые канарейки». Были какие-то заготовки, которые у меня потом появились позже. Вот. И в конце 82-го года, значит, Слава, не спрашивая меня, оформляет мои документы, забирает меня в театр лицедея. И я начинаю с ними работать. Актер. Кто? Я, наверное, человек просто. Просто человек, который... Человек мира. Потому что все, что я делаю, это воспринимается везде достаточно одинаково.
и в России, и в Италии, и в Америке. И я, например, когда в Америке, я снимался там в каком-то ролике у англичан, и я был во фраке, я там делал фокусы на улице. Я сначала, меня очень интересовала вот эта работа на улице, и я знаю, что там люди, в принципе, они не обращают друг на друга внимания. Никто, можно пройти хоть голым, никто на тебя не оглянется. Но когда я одел фрак и загримировался, и вот шел по улице, я видел, как люди на меня оглядываются. Хотя были и другие, там много актеров. В Вашингтон-сквер там все начинающие актеры выступают. И в этом сквере, значит, англичане снимали рекламный ролик. Я вышел, и вдруг люди стали на меня смотреть. Я начал невзначай показывать какие-то фокусы, какие-то трюки. И они стали говорить: «Итальяно, итальяно». Я говорю: «Но итальяно». «Russian». Вот. А потом, когда меня подняли на 5-метровую высоту к статуе Джорджа Вашингтона, я там у его ног, примерно его колени были чуть-чуть выше моей головы, и я вот там у него, у его ног, начал показывать фокусы, поднялся ветер, и фрак, и накидка стала все развиваться, у меня все фокусы висят, все это видно, все это сыпется, цилиндр слетает с головы, я его ловлю, и вот тут началась настоящая клоунада, такая, я вспомнил Чаплина, когда он на каком-то, на открытии какого-то памятника, он там штанами ему проткнуло, мечом проткнуло штаны, и вот я попал примерно в такую ситуацию. И я просто делал по инерции, как мне позволяла ситуация, делал, что хотел. И оператор, который снимал это все, он кричал: «Давай, давай, не останавливайся, давай, давай, давай еще». Что внизу делалось, я просто потом оглянулся, там толпа стояла, которая рыдала, плакала. Когда меня спустили вниз, они меня там обнимали, целовали. Я даже не ожидал такого, потому что, ну, не такие люди американцы. Ну, вот в данном случае вот так получилось. Мне заплатили почти в два раза больше, о чем подошел человек и сказал, что у нас такого не бывает, если могут заплатить меньше. Вот, интересная такая ситуация.
Тебе хотелось бы что-нибудь изменить в своей жизни? Вот тут я бы хотел, чтобы у меня было больше организованности. Парадокс. Ничего не хочу менять, мне нравится моя жизнь. Единственное, что мне хотелось бы, чтобы я быстрее сделал спектакль. Тогда... Тогда мне легче будет, проще будет. Меня много раз спрашивают, у тебя есть ученики, студенты? У меня нет учеников, потому что для того, чтобы иметь учеников, значит, надо отдавать им свои знания, а я пока что все свои знания бросаю на свой спектакль. Потому что в этом спектакле нет ни одного старого номера, все новое, и поэтому это очень важно. Как твой персонаж, вот, в цилиндре, интеллигент, время относится к телезрителям, именно персонаж? Видишь, зрители, они все время ждут что-то. Телезритель может сидеть перед телевизором целый день и ждать. Он может, и если ему ничего не дать, это потерянный день для него. И так часто бывает. Люди очень много времени теряют. И для того, чтобы что-то делать, нужно много мужества, силы воли для того, чтобы просто телевизор выключить и все-таки заниматься делами. Вот. И я... Иногда сам себя ловил на том, что целый день сидишь перед телевизором и ничего не получаешь. Потому что не всегда бывают интересные передачи, не всегда получаешь то, что ты хочешь. Вот. И поэтому важно, если ты уже вышел на телеэкран, то очень важно не обмануть людей, которые тебя любят. И которые от тебя ждут глоток свежего воздуха. Что бы вы хотели сделать для Роберта? Я бы, наверное, сделала его просто молодым и вечным. Молодым и вечным. Я бы вышла за Роберта замуж, но он, к сожалению, женат. А что бы вы ему пожелали? В этом-то вся и прелесть. Оставаться таким же неповторимым, потому что все остальное у него уже есть. Он мастер высокого полета. Мне кажется, что мы, наше поколение, поколение Роберта Городецкого, наши лицедеев, я не буду называть сейчас имена, мы, наверное, оттолкнулись как от порога, как художники оттолкнулись от Репина, я не знаю, там, от Винсента Ван Гога. Мы оттолкнулись от Янгибарова. То есть он в нас ввел эту инъекцию поэзии, вот этой эксцентрики, сломанной, может быть, где-то чуть-чуть грустной. Но точно у нас была инъекция и направление. Наверное, она и остается по сегодняшний день. Поэтому Роберт, вот он несет, его встречаешь на Бродвее, на Арбате, в углу. И вот все равно он несет в своем рюкзачке, в чемодане. Кто-то сказал, надоело в чемоданах жизнь возить. Как я рад, что ему в его клоунских... Для клоуна 60 лет – это расцвет, это как раз расцвет мудрости. И я думаю, что у него вот этот вот как раз отпечаток зонтика, как сито с дырочками, через которые он просеивает свои мечты. Наверное, в нем вот это вот продолжает бурлить и кипеть. Это инъекция Янгибарова.